Итак, достаем масло Форд. Форд оригинальное. Ну, якобы оригинальное. Форд Формула F. Минус 21 градус мороза. Достаем самой морозильной морозилки, короче говоря. Итак, достали масло. Вот оно такое в инее. Тут есть у нас код выбитый. Сделано Deutsch, по-моему, или Бельгия. Deutsch. Видите, D это Deutsch. То есть сделано в Германии. 12.07.18. Вот. Как видим, масло свободно рухается. В баночке. Купили на розетке его. Вот. Солнышко здесь тоже неплохое. Четкое изображение. Все, в принципе, хорошо. Вот. Вот такая маркировочка. Все на нескольких языках. Британский, Германия, Австрия и еще какие-то пары языков. Ну, то есть, короче, льется, но нормально. Сейчас мы нальем. Попытаемся сейчас налить. Что это будет? Свободно наливается, как мед. Такое, как мед сказать. Ну. Своей вязкости не потеряла она. А на улице, Сашенька, собака, хочешь посмотреть? Все работает, все хорошо.